Ставший традиционным и посещаемым общероссийский день открытых дверей Банка России в этом году пройдет онлайн 3 октября с 8 до 20 часов по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Тверского отделения финансовой организации. Региональное подразделение Центробанка также подготовило несколько познавательных онлайн-проектов. С 3 октября в течение месяца все желающие смогут проверить свои знания по финансовой грамотности с помощью специальных кроссвордов и игр на соответствие. Задания будут размещены на сайтах партнеров. Комитета по делам молодежи Тверской области, региональной библиотеки имени Горького, а также Министерства промышленности и торговли Верхней Волжья.